князей. Другой пророк говорит, Иеремия 17:5, проклят человек, который надеется на человека. Нет ничего слабее такой надежды. Она слабее паутины. И не только она слаба, но и опасна. Это знают все те, которые надеялись на людей и погибли вместе с ними. Напротив, надежда на Бога не только тверда, но и безопасна. Не подвержена никакой перемене. Посему Павел и сказал, Римлянам 5:5, надежда не постыжает. И другой премудрый, Сирахов 2:10, взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен. Но я, скажешь, надеялся и посрамился. Не клевещи, человек. Не противоречь Божественному Писанию. Если ты посрамился, то, конечно, потому что не надеялся, как должно. Ослабел, не дождался конца, стал малодушествовать. Не делай же этого. Но когда видишь наступающие бедствия, не падай духом. Это, собственно, и есть надежда стоять твердо среди опасностей. Кто был несчастье иноплеменников ниневитян? Однако они, находясь в самых узах и ожидая погибели города, не отчаялись, но показали искреннее раскаяние и тем подвигли Бога отменить приговор свой. Видишь ли, какова сила надежды? А сам пророк, находясь в чреве кита, не вспоминал ли о храме и возвращении в Иерусалим? Так и ты, хотя бы находился при смерти и подвергался величайшим опасностям, не отчаивайся. Бог может и из безвыходных обстоятельств доставить выход. Посему и говорит премудрый, Сирахов 18:26. От утра до вечера изменяется время, и все скоротечно пред Господом. Не видишь ли, как вельможа остался голодным при изобилии? Не видишь ли, как вдова имела довольство во время голода? Когда обстоятельства твои делаются затруднительными, тогда особенно и надейся. Ибо тогда особенно Бог являет силу свою не в начале, но когда человеческие средства окажутся безнадежными. Тогда время божественной помощи. Посему и отроков он избавил не в начале, но после их пребывания в пищи. И Даниила избавил не прежде, нежели он был ввержен, но по истечении 7 дней. Итак, смотри не на свойства обстоятельств, приводящих в отчаяние, а на силу Божию, которая и безнадежному сообщает благие надежды. Если же он не вдруг избавляет от бедствий, то это бывает для твоего испытания. Как, имея возможность не допустить к тебе бедствий, он допускает для того, чтобы сделать тебя более крепким, так и имея возможность избавить от них, в самом начале он медлит и отсрочивает для того, чтобы укрепить твое терпение, упражнять твою надежду и усилить твою любовь к нему. Аминь. Творца неба и земли видимым же всем невидимым, ибо единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога и сына от Бога и сына, рожденно не сотворено единосущно Отцу им же вся выше. Нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы, ибо человечешься, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца. И в Духа Святого Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славим оглаголовшего пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Достойно есть.
всяко воистину. Блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово рочую, сущую Богородицу тебя величаем. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помяни владыку нашего, митрополита Григория, батюшку отца Якима, отца Иоанна, старосту, братья, помоги им туда, как Господи. Благослови, Господи, путешествующих отцов и братьев наших, Алексея, Наталью, Виктора и всех путешествующих отцов и братьев наших. Пошли им ангела мирного хранителя, во всем пошли Богу и поспешение, но возврати их здравию душевному и телесному. Господи, помоги, Господи, болящим, молим Тебя о здравии болящих братьев и сестер наших, отца Акима, Игнатия, Сергия, Татьяны, Андрея, Анастасии, Татьяны, Марии, Людмилы, Анны, Раисы, Ольги, Галины, Надежды, Елены, Любови, Нины, Виктора, Валентины, Атаковиц, Калерии, Серафимы, Неонилы, Вениамина, всех болящих братьев и сестер, воздвигни от этой болезни, дай им силы и терпение перенести все испытания жизни мной, без ропота, уныния, отчаяния. Молите вам, Господи, милости Господи, помоги. Будь имя Господне благословенно отныне и до века. Будь имя Господне благословенно отныне и до века. Будь имя Господне благословенно отныне и до века. Благослови Господа на всякое время. Вынут хвала Его во устах моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кровцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознеси имя Его вкупе. Взыска Господа и услышаня, и от всех скорби моих избави меня. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Все нищие воззвай, Господь услышай, и от всех скорбей его спаси. Ополчится ангел Господень от крест боящихся его, и избавит их. Пустите, видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает на. Бойтесь Господа все святые Его, яко есть решение боящимся Его, богатя в нищаше и залкаша, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из человек хотя живот, любит не видите благи, удержи язык твой, я знал, и усне твои ежи не глаголоти все, уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени, очи Господи направленные, и уши его молитвы их. Лица же Господня, творящие злая, еже потребите от земли памяти. Вас ваша праведник, Господь услышай,
и от всех скорбей их избави. Влез Господь сокрушенным сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведны, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскресший из мертвых Христос, наш истинный Бог, молитвами всех святых и святого святителя Иоанна Златоуста молите Христа Бога о нашем спасении. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, милости будем грешным. Создайте нас, Господи, помилуй нас. Вещества мы согрешили, Господи, помилуй, прости нас грешных, благослови. Воскресное богослужение окончено. Следующее богослужение в субботу, 4 часа.
Заходите, садитесь. Бегите, садитесь.